Любите ли вы ходить на концерты и в театре? Если да, где были в этом году? Люблю, но не хожу. На концертах, по-моему, ни на каких не был. Или где-то был. Куда-то мы ездили. Друзья позвали на какого-то Акселя Руди Пеля, у которого самая лучшая тема – это песня группы Rainbow, по-моему. Какой-то немножко не до Blackmore какой-то. Мне не понравилось. Я ни одной песни не слышал, не знаю, и ни одной не запомнил. И слушать после этого не хочу. В театр ходил на пьесу Александра Цыпкина в «Приют комедианта». Было очень интересно. Мне очень сильно понравилось. С удовольствием посмотрел.